Ребята, наш город готов. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня в Зеленоградске, сегодня 2 сентября, и здесь отмечают День города. Пока еще не ощущается, конечно, но народ отдыхает, кушает. Ну, потому что мы еще не дошли до основных мероприятий. Основные мероприятия сегодня проходят на Розе Ветров. И Курортном проспекте. Да, сейчас там идет какое-то костюмированное шоу. Может, надо было туда идти? А в 2 часа будет как раз открытие. А? Может, надо было по костюмированному идти? А? Оно как раз от стадиона до Розы Ветров. А мы хотим на море просто. Да. Прям дыхнуть нечем, охота моря. Зеленоградску исполняется 771 год. А что, он старше Калининграда? 1252 год, первое упоминание. Кранц. А Зеленоградск? А сам Зеленоградск нет. Тогда зачем ты говоришь это? 1946. 700 лет. Да, да, да. Такого не бывает. Так и говори, так, Кранцу. Да. А Кранцы теперь... У нас парадокс. У нас Кранца уже нет, а Зеленоградск вроде как после него. Ну, короче, этому месту упоминание о нем было в 1252 году. Поэтому он с богатой историей. Очень многочисленными богатый. Туристами. Ну пока нет. Пока мы приехали на электричке, на ласточке. Скоростной от нашей остановки 15 минут. И было очень комфортно, кондиционеры работают. Вот это, все, кстати, сидели. Современное такси теперь. Да? Яндекс такси уже. С 1 сентября. С 1 сентября все перешли на самокат. Ты же набираешь эконом, раз, самокат. Да. Без лицензии. Не знаю, кто столкнулся с такой проблемой, прокомментируйте, как вы ездите на такси последние несколько дней. Цены выросли, нет? И как быстро вообще приезжает на заказ, потому что те документы, которые сейчас требуются для работы в такси, есть, ну, не более чем у 10% бывших таксистов. Флакон. А как с шашлыком? Черный флаг, да, смотрите, вкусно. Как гудит. Неужели есть желающие до сих пор полезть в море? Черный флаг, да. Да, ну просто чувствуется там ветер сегодня хороший. Нас слышно будет плохо. Будем кричать. Хорошо. Сегодня, кстати, должны запустить фонтан возле тех спорно известных кубсов, которые мы сегодня обязательно вам покажем. А кто еще не в курсе, пойдем? Тот посмотрит, что это за кубсы у нас такие, про которые дебаты идут уже давно. Как всегда, здесь очередь за чем-то непонятным. По запаху что-то как-то не очень. Да. Шашлык был вкуснее. Шашлыком чуть-чуть дальше пахло вкуснее, да. Про рыбу. Вот видите, как у нас сколько самокатов. Берите и занимайте пешеходную зону. Тут вкусно. Видишь, как написано? Ой, какое море сегодня. Когда последний раз-то когда видели море? Ну вот когда жаркие были выходные, 2 недели назад. Вот так вот. Вот это я понимаю, бушующий океан. Пойдемте в ту сторону. Дальше иди туда вот лес. Потом теплее.
Ничего, он решил, что пофотографирует в море. Воздуха потихоньку, конечно, кто может, немножко купается, ну, по крайней мере, просто охлюпывается. Ну, вода сейчас не должна быть холодной, вода должна быть теплой. Да, по сути, ветер такой, конечно, сильный достаточно, так что мы идем дальше. Вон она, моя Маринка с кофе. Да. Ну что, вот видите, удобно все-таки купаться в бассейне, да? Когда там, на море черный флаг, и когда море прохладное уже. Там вот детская есть. И здесь, видите, хорошо, что стеклом закрыто, и ветра там нету. Так что у меня девчонка... А там и детки, кстати, есть. Смотрите, горка, Марин. Да. Горка стоит прямо в бассейне. Ну, как-то немного, не подорого. Кристина, вон единорожка бегает. Так, пойдемте, пока нет никого. Самолеты, видите, летят как? Низко. Ну вот он, гербус. Да, страшилы, конечно, такие. Как вам интеллектуальные скульптурки? Так, конечно, вот музыка. Жизнь-то у нас современная становится. Да. На фоне моря так не все смотрится. Не знаю, скандально известные пупсы давным-давно вызывают общественное такое обсуждение бурное, потому что люди, которые ведь шли вечером, они еще подсвечиваются, говорят, очень страшно. Напоминают чайки из фильма ужасов. Что ты говоришь? Ну это когда-нибудь будет фонтаном, если его запустят. Сегодня должны были запустить, день города. Да, где они насмотрели таких жутких этих фильмов? Они говорят, что это уголок философии, где каждый пупс несет свое эмоциональное настроение и заставляет задуматься о изменчивости нашей жизни, о том, что мы испытываем, какие эмоции. Не знаю, вас заставляет задуматься? Очень. Лера! Пупс! Лера Пупс? А что до нее идти? Вот она, устрица. Там горелки все убрали, осталось только название устрица. Да, помните еще, мы последний раз в Зеленоградске были в мае, как раз были в этом месте, снимали вам классную яхту, которая у нас была кафе-баром, и вокруг были столики, и, к сожалению, летом случился пожар по неизвестным причинам, и выгорело все. Вот все, что осталось. Смотрите, красиво, выгорело все. Ну, фото поставишь? Горела просто яхта. Покажем еще раз музей Воскресных фигур. Кто не видел? Может, кто-то еще не видел? Так-то, конечно, окна все блюшировки. Близко от моря, здесь, наверное, хорошо так. В общем-то. Ну что, вот они, аватарки. Видишь, какие сидят?
Как вы думаете, на кого похож? Ну что, зато можно себя ощутить в этом фильме, да? Аватар 4 поснимать. Ну что, холопы? Повелеваю. Что будем делать-то? Повелеваю, чтобы ветер кончился. А то смотрите, какие у меня друганы веселые. Mm-hmm. Да? На самом деле неплохо получилось. Зря, наверное, критикуют. Хотя мы по фотографиям смотрели, нам тоже казалось, что это ужасно. Ну, что-то новенькое, что-то необычное. Да привлекает внимание, это здорово. Люди ходят, фотографируются, улыбаются, делятся эмоциями. Папа, улыбайся, ты королева. Король, папа король. Ну, там еще один бубов снизу, видишь? Короче, идешь в это самое в закоулок, чтобы нужду справить, да? А там такой пупс ночью. Ну зато никто не пойдет. Пойдемте на праздник. Узнать у нас. У нас Гагарина не узнает. То есть мы вот давно здесь не прогуливались, все как-то по набережной. И теперь идем и думаем, о, вот этого не было. Здание, вот этого не было. Ответ. Гагарина 92. Смотрите, какие крыши сохранили. А, 29. Видите, какие? Как? Не просто двускатная, такая полукругом, арочкой. Вот это вот как бы реставрация. Это мне классно. Конечно, нравится, когда со школы такую плитку красивую и выбрасывают. И вот видишь, ковка сохранилась. Это тоже классно. Да. Остальное все не классно. Идем по улице Гагарина, наслаждаемся чистым воздухом. Кайфуем от классной погоды. Конечно, лучше бы мы сейчас в бассейне посидели. Там. Да, ну тоже неплохо. Идем на праздник. Так вот, зелики тоже беспилотники уже. Так, где его поймать-то? Ой, я быстрее! Смотрите, какой дым остался. На керосине. Так, куда-то делся. Сейчас он падать начнет в петле. На петлю пошел, на нас. Что такое? Вот такие сегодня полеты. Так, ну на центральной площади здесь что-то происходит. Сцена, по крайней мере, стоит. Сейчас увидим. Здесь молодцы, что-то для детей. Для детей. Лера, иди. Лер, иди. Да иди, иди. Все пляшут. Два, не подпрыгай. Да, не подпрыгай потом. Иди. Клёво как. Лер, иди. Давайте я буду вас учить, как читать. Повтори. Что будем с тобой сегодня? Ой. Эй. Сразу. Ой. Эй. Ун, дой, стрей. А теперь вот так. Ун, дой, стрей. Ун, дой, стрей.
Я пою песню такая, слушайте. Эй, оля, помади, бимбе. Мы будем повторять 1, 2, 3, хорошо? Эй, оля, помади, бимбе. Оля, помади, бимбе. Посмотрите, как будет еще красиво, когда вы хлопаете вместе, вы поете. 1, 2, 3, хорошо? Оля, помади, бимбе. Эй, оля, помади, бимбе. Еще красиво, когда мы добавляем музыкальный инструмент. Слушайте. Эй, оля, помади, бимбе. Оля, помади, бимбе. Эй, оля, помади, бимбе. Оля, помади, бимбе. Эй, оля, помади, бимбе. Молодцы. А теперь, чтобы мы играем безопасность, нам нужно сделать небольшая разминка. Здесь еще великаны у нас, смотри, какие стали. Ростовые куклы. Нет, великаны. Великаны? И этот стоит на читинских номерах. Porsche Cayenne. Тоже нормально. Да, прямо здесь в центре велика. Улыбается. Девчонки улыбаются. Сейчас мы с тобой пойдем. И котик здесь улыбается, что-то у него язык уже вылез. Тут Базилио и Буратино. Собирают деньги на поле чудес. Да нет, это же я забыла. Конечно. Без Базилио. Вот в этом доме, знаете, чем известен этот дом? Нет. Здесь, я смотрю, что все на него жили, смотрят. Здесь жили две близняшки, вот, скорее всего, все из них тут, близнецы тут. И когда было, ну, взятие Кёнигсберга, ну, то есть, как бы они посчитали покончить жизнь самоубийством, чтобы это самое... Чем? Русские солдаты придут. Сдаться русским солдатам? Да, типа. Это легенда. Типа. Все ее рассказывают. Чему-то. Слушайте, так распогодилось, даже охота была шорты одеть. Потому что мы в этот раз оделись что-то по-зимнему. Да, она была попрохладнее. А, девчонки, давайте Мусе возьмем рыжика вот такого. Вот они рыжики, какие красивые. Кому надо, обращайтесь. Центральный ряд Курортного проспекта. Вон они какие клевые. Жидкого корма им то надавили, молока. Вот так-то вообще что-то кошаков меньше стало, да? Ну, да. Я думаю, они погулять пошли. Слышишь? Вот какая сегодня музыка у нас интересная, да? Какие цветоки? Видите, какие фоны сделали красивые. Красивая шляпка. Спасибо. Просто слушай. Принцесса он стоит, Кристина.
Иди спроси у ней. Она с Индонезии или нет? Реставрировали дорогу, да? Вот убрали асфальт и сделали такую красивую площадку. Мы сейчас находимся как раз на площади Роза Ветров. И здесь тоже происходит, конечно, основное представление. Слушайте, так соскучились уже. Мне кажется, это было происходило последний раз до пандемии. Эту сцену поднимали.